В эфире прогноз погоды. Здравствуйте, с вами я, Мария Мордвинцева. С 20 сентября начинали торговать луком. Говорили, лук – помощь от семьи луком. Чуть позже я поделюсь с вами своими знаниями об этом дне, а пока погода в Туле области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометра покажет плюс 11, плюс 16. В городе Ефремове плюс 12, плюс 17. В Белеве плюс 10, плюс 15. В Новомосковске плюс 10, плюс 15. По прогнозам на 20 сентября температура в Туле будет колебаться от плюс 10 до плюс 16 градусов по Цельсию. Преимущественно облачно. Влажность воздуха составит 68-75%. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Магнитосфера Земли спокойная, а магнитная буря не ожидается. Считалось, что 20 сентября нужно уважительно относиться к скотине и не выгонять ее со двора, иначе ей грозили болезни. На сегодня у меня вся информация о хорошей вам погоде, отличного настроения. С вами была я, Мария Мордвинцева. Увидимся завтра в это же время.